еще не спектакль, просто я хотел несколько слов сказать. Я очень благодарен за то, что вы пришли. У вас хороший вкус. Я всегда люблю людей с хорошим вкусом, а у нас все спектакли в этот день. Сегодня у нас три события одновременно произойдут. Это первое. 20 лет театру «Маски» как театр. Мы уже, правда, мы не знаем, как правильно называться, потому что спрашивают, а как вы, а кто вы? «Маски шоу»? Да, мы «Маски шоу». А кто вы, театр «Маски»? Да, мы театр «Маски». Ну, мы все. Вот. И 20-летию театра мне очень приятно, ну и трогательно очень, что «Укрпочта» выпустила марку. Потрясающая марка, просто я в восторге. И автор идеи, и главный дизайнер, и, короче, все. Это Дима Скворцов, он здесь с фотоаппаратом будет незаметно всех снимать. И его фотографии потрясающие, просто это, ну, от Бога, как бы. Вот его называют все. Можно ему поаплодировать. И марка наконец вышла, и сегодня мы ее презентуем и покажем вот ее, ну, не в очень таком качестве. Мы так, чтобы вы потом насладились настоящим качеством, показали. Плюс к этому еще и премьера спектакля «Моцарт и Сальери». Мы немножко волнуемся, я больше всех. Кто-нибудь позовите Диму Скворцова. Давайте громко. Дима Скворцов! Дима, вот он, Дима. Аплодисменты Дмитрию и Димочку. Спасибо большое. Но без тебя тут ничего не получится. Друзья, для меня сегодня большая честь присутствовать на 20-летии театра «Масок» и тем более присутствовать не просто на представлении, а именно с хорошей позитивной миссией – это выпуск и гашение марки. Гашение марки – это запуск ее в оборот. Мы ее выпустили очень небольшим, но очень полезным, очень дорогим тиражом. Поэтому все марки, которые сегодня мы погасим, они являются собственностью театра «Масок». И все, кто хочет их приобрести, обращаться могут к Борису и представителям театра. Поэтому я вкратце пару слов скажу, как вот мы к этому творчеству пришли. Мы начинали вместе с Дмитрием, наверное, одновременно со Скворцовым. Но у нас были разные, может быть, видения. Особенно было интересно видение от Дмитрия, когда он пришел и сказал, я хотел выпустить марку, взял лист и иголочкой прокалывал перфорацию. Вот. И мы решили, что надо все-таки помочь и Дмитрию, и запечатлеть этот момент. По поводу того, что художественная какая картина загружена, вы можете посмотреть, качество великолепное. Дмитрий действительно фотограф от Бога, поэтому я надеюсь, она будет пользоваться маркой большим спросом, и вы все можете ее приобрести для того, чтобы запечатлеть этот драгоценный момент. Дам еще Дмитрию. Спасибо большое. Сам идея возникла у меня как бы спонтанно. Я ее задумал, и когда это случается через границу, через его дома, личная идея моя, и у нас как бы все объединилось, вот ведь я пришло делать только телефон, а в другой почте уже есть готовые рекламы. Так что еще раз спасибо почте, подходившему к ней «Маске», «Маска», потому что наша идея нас еще раз. Ну и спасибо Дмитрию, спасибо Сергею. Я всегда считал, что хорошее притягивает себя хорошее, а плохое отталкивается и не прилипает. И всю жизнь мне как-то везет по жизни, ко мне только хорошее притягивается. И Леночка, отдельное спасибо тебе. Ты столько сделала для сегодняшнего праздника. И у нас наступило 20-летие, мы сами не заметили. И мы, правда, как в временной воронке. Вроде бы вчера нам город дал театр, 20 лет прошло, а театр дали нам на 50 лет. Значит, еще 30 лет нам предстоит чего-нибудь чудить в этом театре. И 20 лет это, ну, практически совершеннолетие, мы можем уже даже на выборы ходить с марками, голосовать, наверное. Вот, ну, я не буду ваше внимание отвлекать, давайте под ваши аплодисменты погасим эти марки, замечательно. Три, два,
Ким Пуск. Три, два, один, пуск. Три, один, нет, два, пропустим. Три, два, один, пуск. И в камеру смотрим. Гасим. Пуск. Ну и подпишем уже тогда. Это самое дорогое. Это самое дорогое. О, на 30-летие. Процедура произошла. И мы еще от театра хотели бы от всей души подарить и Сергею Ярославовичу, и Диме нашу марку в рамочке, которая красивая еще. Ну, чтобы она где-то на стеночке висела и поднимала настроение. А если есть больные места, ее можно прикладывать к больным местам, она еще излечивает будет. Спасибо всем, друзья, всей души. Хочется еще раз вас поблагодарить за хорошее настроение, которое вы нам доставили. И от всей души хочется пригласить вас к нашим очень вкусным спонсорам, нашим друзьям. Это и Шустов, и Винфорд. Я думаю, им понравилось. И пьяные вишни! Да, спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо.